Конституция Хакасии. О том, что у молодой республики появился собственный главный закон, население узнало 22 июня 1995 года, спустя месяц после ее принятия на сессии Верховного Совета. И спустя несколько лет колоссальной работы всех, кто был заинтересован в становлении государственности Хакасии. У нас в архиве хранится коллекция газет, и вот именно в газете «Хакасия» был опубликован как раз важный самый документ нашей республики – это Конституция Республики Хакасия. Именно со дня опубликования Конституция вступила в силу. Тираж в 20 тысяч экземпляров разошелся по городам и селам республики. Каждый мог прочитать, как теперь будет жить и развиваться Хакасия. Но мало кто из рядовых читателей знал и понимал, что стояло за этими строками. 91 год. По указу Верховного Совета РСФСР Хакасская автономная область преобразовывается в Хакасскую социалистическую республику. По сути, нам дали права, которыми обладали все союзные республики. В Хакасии проходят выборы в Верховный Совет и начинается работа над собственной конституцией. К 93-му проект готов. Но тут меняется ситуация в стране. Расстрел российского парламента, принятие новой конституции государства – и Хакасии пришлось снова перерабатывать свой главный закон. В комиссию, которая занималась разработкой документа, вошли 33 человека, из них депутатов только 13, остальные – представители органов власти, правоохранительных структур, из научных кругов. Цель была такая – охватить как можно больше сфер жизнедеятельности, чтобы члены Конституционной комиссии представляли различные отрасли, различные направления деятельности. И вот в составе Конституционной комиссии юристов было всего лишь 13 человек, вот, а 12 членов Конституционной комиссии имели степени кандидатов наук из самых различных областей. Это кандидаты там, исторических наук, кандидаты экономических наук, технических наук и так далее. Но даже самые светлые умы Хакасии на тот момент не имели ни малейшего представления о законотворческой деятельности. Даже у соседей тувинских депутатов было больше опыта, поэтому в работе пришлось опираться на пример коллег, использовать документы уже прошедших этот этап республик Коми и Карелия. Те, кто был причастен к рождению главного закона республики, вспоминают те дни как время круглосуточной работы и постоянных дискуссий. Нашлись и те, кто вообще изначально был против принятия Конституции. Те, кто был за, приводили свои доводы. Из стенограммы выступления председателя Верховного Совета Хакасии Владимира Штыгашева. В случае непринятия Конституции в ближайшее время у нас будет действовать наша временная Конституция – Декларация об основных правах, полномочиях и обязательствах Республики Хакасия. Я в этом не вижу ничего плохого и крайнего. Однако сторонники развития этого варианта должны представлять, что он не может бесконечно продолжаться в силу многих причин и обстоятельств, в том числе отношения федеральных органов власти, криминализация нашего общества, усиление влияния на принятие решения, наличие финансовых и других средств, которые уже давно не находятся под контролем власти и общества. Мы обсуждали очень подробно на всех рабочих группах каждый аргумент, и насколько вот мне помнится, обиженных депутатов, которые сказали, не учли наше мнение или вообще не прислушались, или даже не выслушали, практически не было, потому что все понимали, да, мнение высказано, но решение принимается путем голосования большинством голосов, двумя третями голосов депутатов Верховного Совета. Перед окончательным принятием было еще и всенародное обсуждение проекта Конституции в ноябре 94-го, январе 95-го. Эти 3 месяца, безусловно, обогатили содержание, позволили учесть основные политические ожидания жителей республики. Мы Конституцию разработали, обсудили всенародно и в конце 94 года приняли в первом чтении документ. Затем мы приняли во втором чтении. Обсуждалось до 300 поправок в первом чтении. Затем было около 60 поправок. И только окончательное чтение было осуществлено 25 мая в этом зале. За принятие Конституции проголосовало 2/3 депутатов, то есть, как и положено, квалифицированным большинством. Момент был очень волнительный. Все понимали, что принимается закон, который действительно мы и тогда считали основным законом, самым главным, самым важным документом для вот
молодого парламента, тем более в тот момент. Честно вот говорю, что все очень неравнодушно к этому отнеслись, были дискуссии. Этому предшествовала очень большая работа. 25 мая 1995 года навсегда вошло в историю Хакасии как день рождения Конституции Республики. Документа, который без преувеличения стал гарантом стабильности в регионе, согласия в многонациональном обществе и открыл путь для развития всей законодательной системы республики. 25 мая 2015 года главный закон Хакасии отметит 20-летний юбилей. Солидная дата, как и дата рождения, тоже появится на страницах газет. И точно так же войдет в историю.